Как исполнить заветное желание за один день? Посмотрите это видео, и вы узнаете пошаговую схему мгновенного воплощения желаний с помощью медитации. Как вы думаете, существует ли универсальная техника исполнения желаний вне зависимости от масштаба самого желания? Как на протяжении всего нескольких дней перепрограммировать свои убеждения и повлиять на течение жизненных обстоятельств без всяких трудностей и долговременных практик? Можно ли исполнить любое свое, даже очень крупное и сложное желание всего за 22 часа? Сегодня я готова поделиться с вами действительно уникальным и первоклассным секретом управления внешней реальностью. Не ищите аналогов, такая информация встречается крайне редко или же не встречается вовсе. Это тот исключительный случай, когда вам предоставляются неимоверные знания, способные повлиять на окружающий мир, исходя из ваших предпочтений совершенно бесплатно. Поблагодарите Вселенную за такой прекрасный и долгожданный подарок. И лучше всего это сделать лайком к этому видео. Откуда я знаю эту мощную медитацию на исполнение любого желания, спросите вы. Уже более 15 лет я изучаю эту тему под микроскопом. Я прошла путь от провинциалки до жительницы самого богатого города мира, от секретаря в приемной до владельца собственного многомиллионного бизнеса. От неудачницы в отношениях до счастливой женщины за спиной надежного и любящего мужчины. От съемных квартир до собственной квартиры в городе мечты. От заурядной девушки до спикера, вдохновляющей тысячи людей. Я хочу поделиться с вами тем, как я всего этого достигла, какие методы применяла, поэтому приглашаю вас на мой бесплатный мастер-класс «Как быстро научиться исполнять свои желания». И вот три причины лично тебе записаться и занять свое место на вечерней трансляции прямо сейчас. Первое. Ты получишь самые эффективные техники для исполнения твоего желания. Второе. Ты сумеешь благодаря этим простым приемам воплотить свою мечту в реальность всего за один месяц с гарантией результата. И третья причина. Возможно, в течение месяца после этого мастер-класса у тебя может появиться все, о чем ты так долго мечтаешь. Может быть, то, что вы попали на это видео, вовсе не случайность, а знак, что вы можете все изменить и получить все желаемое в этой жизни. Пройдите по ссылке в описании прямо сейчас и зарегистрируйтесь на мой бесплатный мастер-класс. Даю вам пару минуток. Вот уже несколько лет подряд я активно практикую и исследую навыки глубокого самопрограммирования. Я провела множество экспериментов, испытала немало методик и теоретических моментов вхождения в особые состояния сознания через медитации. Я сотни раз проверяла действие данного знания на себе и на окружающих. У меня нет ни малейшего сомнения в его невероятной эффективности. Я могу поспорить на что угодно, что спустя некоторое время вы будете готовы благословить этот момент, когда ознакомились с этим чудесным видео. Я неоднократно наблюдала фантастические явления в собственной жизни, используя эту практику, и полагаю, что вы также пойдете по стопам своего наставника. Благодаря методикам, разработанным мной, до 10 человек каждый день, а это более 3000 в год, исполняют свои самые сокровенные желания. Кстати, а о чем мечтаете вы? Напишите прямо сейчас в комментариях, что вы хотели бы притянуть в свою жизнь. Мне очень интересно познакомиться с вами и узнать вас поближе. Мне присылают фотографии со свадеб, с машинами, которые люди притянули с помощью этих техник. Хотите последовать нашему примеру? Тогда вам необходимо знать следующее. Во-первых, вам нужно узнать про существование квантового поля или пространства вариантов. Еще его называют открытый источник космической силы. Это бездонное хранилище ценной информации, могущества и божественной энергии. Это неописуемая грань между Землей и небом. Это уникальный шанс подняться до уровня духовного, физического и материального процветания. Квантовое поле знает ответы на любые вопросы. Ему известны ваши желания и предпочтения. С его помощью вы сможете отыскать верное решение каждой своей проблемы, достичь морального равновесия, осознать тонкости собственного «я», открыть феноменальные сверхспособности и таланты, осуществлять намеченные цели быстро, легко и результативно. Вам не составит труда притянуть в свою жизнь любые блага, нужных людей и обстоятельства. Теперь для вас открыта дорога везде и повсюду. Нет такого намерения, которое вам не под силу было бы исполнить. Как это работает? Я думаю, большинству из вас стало понятно, что сначала необходимо научиться правильному подключению к источнику космической силы. Чтобы обрести мощную связь с бездонным хранилищем могущества,
следует осознать и проделать весь процесс особенно тщательно и глубоко. Отнеситесь к этой практике серьезно и достойно. Скоро вы узнаете то, что кардинально изменит вашу последующую жизнь. Теперь подумайте, почему я называю этот источник открытым? Существует достаточно простое и логическое объяснение. Потому что вы можете подключиться к нему в любое время суток, в любом месте и при любом расположении звезд. Никаких ограничений нет и быть не может. В этом и заключается его неподдельная ценность. В чем гениальность данной технологии? Каждый из вас мечтает узнать методику, которая не требует специальной подготовки, излишней сложности в исполнении и длительных затрат времени, и которая взамен окажется наиболее легкой и эффективной, как в освоении, так и в применении. Могу заверить вас, мечты сбываются, техника исполнения желаний работает. Какой главный принцип и особенность техники? Вы не будете делать никаких ритуалов, систематически проводить эксперименты или закреплять новые навыки. Вам даже не обязательно наличие соответствующего опыта. Вы можете приступить к практике прямо сейчас, завтра или через месяц, когда угодно. Вы ничем не рискуете и ничего не отдаете взамен, разве что сердечную благодарность. Эта техника настолько проста, что ее описание вмещается в размер этого короткого видео и настолько полезна, что заслуживает пристального внимания миллионов людей. Это не своеобразный или личный подход. Это универсальное заключение всех известных, малоизвестных и неслыханных вам открытий в области парапсихологии и эзотерики. Люди, которые пользуются этими знаниями, достигают колоссальных результатов. Сейчас я открою вам нечто невероятное. Но перед практикой я попрошу вас закрыться от всех ваших проблем и переживаний в отдельной комнате. Оставьте за бортом все то, что вам предстоит решить, пусть ваш стресс подождет. И постарайтесь максимально расслабиться. Отпустите свои тревоги, позвольте себе 30 минут покоя. Договорились? Абстрагируйтесь от прежних забот, снимите напряжение. Это совершенно необходимо сделать для того, чтобы медитация работала. Запись новой программы должна происходить на чистое сознание. Поэтому не думайте об обидах, ссорах или нерешенных задачах. Сейчас есть 30 минут на работу над собой. Не обращайте внимания на внешний мир, сосредоточьтесь на внутреннем покое. Вы можете присесть, прилечь или вообще стоять. Когда вы абсолютно спокойны и сосредоточены, нет ни сомнений, ни страхов, никаких либо переживаний. Начинаем устанавливать связь с квантовым полем. Сделайте глубокий вдох и выдох. Когда вы абсолютно спокойны и сосредоточены, нет ни сомнений, ни страхов, никаких либо переживаний, начинаем устанавливать связь с квантовым полем. С открытым источником космической силы. Ощутите собственное могущество, неподражаемость и значимость. Представьте себя божеством. Творцом собственной реальности.
гением, тем, кем бы вы хотели себя видеть. Подымитесь в своих глазах. Вы божество, вы творец собственной реальности. Вспомните прошлые подвиги, заслуги или вообразите свой новый идеал. Ощутите спокойствие и душевное наслаждение. А теперь отстранитесь от времени и станьте бестелесным существом. Вы сознание, парящее в квантовом поле. Забудьте, кто вы, будьте никем. Помните, что внутренний мир – это главное, на что вам необходимо сейчас направить свое внимание. Ощущайте дыхание. Ощущайте космос внутри вас. Смотрите на темноту перед глазами. Темно. Есть только вы
в пустом мире. Ваш внутренний мир — это космос. И вы в нем могущественны. Ощутите ваше могущество. Теперь ощутите мимолетно поднявшееся состояние блаженства. Не прогоняйте его, держите силой. Просто будьте в нем. Какое это блаженство ощущать себя центром своего мира и быть могущественным существом, творящим миры. Теперь установите связь с квантовым полем. Вы знаете, как это делать. Начните развивать это ощущение радости. Благодарите Вселенную за все происходящее. Посылать любовь и искренность внутрь себя. Сейчас вы создаете мощный порыв энергии, вибрацию, которая будет окружать и утешать вас. Ощутите прилив энергии. Считайте, что контакт уже налажен. Постарайтесь удержать блаженство не менее 1 минуты. Thank you.
Вибрируйте в этом пространстве любви, силы и благодарности. Теперь поставьте цель. Делайте это непринужденно, когда приходит самый пик радостного состояния. Почувствуйте то, чего вы так хотите, словно уже имеете это. Продолжайте ощущать радость, блаженство и связь со всемогущей космической силой. Попросите свое подсознание, Вселенную или тот внутренний космос о помощи от чистого сердца. Что ж, ваш запрос уже принят в обработку.
Так. У кого-то из вас возникли проблемы с формулировкой намерения или его представлением? Дело в том, что прежде чем мгновенно воплотить желание с помощью медитации, вам нужно правильно сформулировать ваше желание и понять, что вы действительно хотите. Это вы можете сделать с помощью бесплатной инструкции по исполнению желаний. Она будет доступна сейчас для бесплатного скачивания в описании к этому видео. Поставьте видео на паузу, скачайте инструкцию, пока я не убрала ее из свободного доступа, и после этого сделайте эту медитацию еще раз. Повторяйте эту медитацию чаще и качественнее, и желание исполнится в довольно короткие сроки. Внимание! Состояние возвышенности, эйфории приравнивается к состоянию глубокого транса, медитации. Поэтому эффективность практики повышается в несколько раз. Что делать после практики, спросите вы? Не думайте о том, как вам достичь желаемого. Просто знайте, что оно исполнится само. Не ждите и не торопите результат. Это очень важно. Эта техника исполнения желаний имеет свой секрет, и заключается он в особом состоянии сознания. Поверьте, этот способ заслуживает вашей подлинной поддержки и уважения. Впрочем, вы сами вскоре в этом убедитесь. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы самыми первыми вместе со мной исполнять свои желания, и тогда моментальное исполнение желаний станет частью и вашей реальности тоже. Если вы хотите исполнить ваше желание, как это сделали уже 1000 учеников моей школы, начните делать первые шаги на пути к своей мечте с помощью моей бесплатной книги. Ссылка на скачивание находится под видео в описании к этому ролику. Если вам нужна ежедневная поддержка в исполнении ваших желаний, то обязательно подпишитесь на мой Instagram. Там я ежедневно делаю посты, выхожу в прямые эфиры и делаю сторис, которые будут вас мотивировать. Вы сможете задавать свои вопросы мне. Пишитесь обязательно. Я верю в то, что вы способны исполнить ваше заветное желание. Даже так, как вы не верите сами в себя. Верьте, что ваша сила, которая внутри вас, она безгранична, и у вас все получится обязательно. Нажмите на одно из видео, которое видите сейчас на экране, и продолжите просмотр моих замечательных видео. И до встречи. Пока.